Приветствую вас, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Ну что, друзья, закончилось голосование. Голосование, если кто помнит, у меня был выбор, что собирать. Автомобиль Линч от Италери или броневик Т-17 от фирмы Бронко. Ну, с преимуществом в один голос выиграл бронеавтомобиль от фирмы Италери. Счет был, конечно, смешной, 10-11. Почти, как можно сказать, победила дружба. Ну и чтобы вас не расстраивать, пообещаю вам, что и бронеавтомобиль Т-17 я начну тоже собирать очень скоро. Вот, поэтому буду опять вести, наверное, две сборки одновременно. Может быть, там еще что-нибудь начну собирать. Вот. Но начнем с бронеавтомобиля. Как кто видел ранее, я делал обзор по данному автомобилю. Что хочу еще сказать? Рассмотрел его более детально. Вот. Рассмотрел более детально. Модель очень понравилась. Ну вот, также посмотрел, здесь даны ремни для сидений, чтобы в салоне делать. Не знаю, ремни я, наверное, делать не буду, так как автомобиль так сделан, что здесь не сильно будет удобно открыть двери и показать открытый салон, потому что петлей практически нету, а просто грубо вклеивать не хочется. Поэтому посидел, подумал, я его буду делать закрытыми дверями, поэтому, может быть, даже немножко и упрощу салон. Вот. Как раньше показывал, тоже рассмотрел резину, очень хорошие покрышки мне понравились. Хорошо, добротно сделали, только вот жалко, что их 4, а не 5, что нету запаски. Вот. Как бы надеюсь, что этот бронеавтомобильчик будет легкий в сборке, так как еще, вот когда, как я говорил в обзоре, здесь практически многие детали даны целиком. То есть, вот, как кресло, также и передняя решетка дана целиком, двери даны целиком, мосты на автомобиль, ну, минимум деталей, поэтому надеюсь, все будет очень-очень хорошо и быстро собираться. Тем более литье пластика мне очень понравилось. Не облоя. Ну, небольшие утяжины встречаются. Попадаются все-таки небольшие утяжины. Даже, например, как вот здесь можно даже вот просмотреть на видео. Но, как говорится, это будет под машиной. И не будет особо это видно. Поэтому, друзья, приступаем к сборке данной модели. Смотрите, кому интересно, комментируйте. Вот, бронеавтомобиль довольно-таки интересный, даже тем, что российская армия его взяла на вооружение, выпускает по лицензии. Сначала выпускал завод КАМАЗ, сейчас выпускает, не помню какой завод, но выпускают этот бронеавтомобиль под обозначением «Рысь». Вот. Но я буду делать версию ИСАФ. Она мне более интересна, тем более и там камуфляж будет интересный, и много декалей клеится на данную машину. Ну, будем делать ее под ИСАФ. Начинаем сборку, ребята.